Здравствуйте, перед вами будет выступать Воронцов Александр Викторович, город Черемхово, Иркутская область, песня про богатеньких людей, ну, которые тоже плачут, которые тоже хотят слушать про себя песни, ну, и которым живется не очень легко в наше так столь противоречивое время, которые тоже, у которых тоже головная боль по поводу, как распределить свои богатства, чтобы у них оно не пропало и так далее, то есть у каждого свои проблемы, но и настал черед для таких людей исполнить песню, вот написать, сочинить и исполнить, ну так сказать, поддержать в их столь нелегкой, так сказать, современной жизни. Богатенькие люди, богатенькие будут, которые с деньгами, такие при бабле, такие мани-мани с весомыми суммами, которые в кармане, на карточке и не. И чем их больше лучше, ведь тем богатый круче, и выглядит шикарней, и смотрится уже перспективней будет, когда их просто куча, и бабки эти ломятся, ну фэнтези вообще. Он чистенький, опрятный, одет всегда понятно, не в бутике каком-то, а где-то в фирмаче. Зафилочки такие, позволить что-то можно, и тачки дорогие, как будто как в кине. И чем их больше лучше, ведь тем богатый круче, и выглядит шикарней, и смотрится уже перспективней будет, когда их просто куча, и бабки эти ломятся, ну фэнтези вообще. Богатенькие люди богатенькими будут, которые с деньгами, такие при бабле, такие мани-мани с весомыми суммами, которые в кармане, на карточке и не. И чем их больше лучше, ведь тем богатый круче, и выглядит шикарней, и смотрится уже перспективней будет, когда их просто куча, и бабки эти ломятся, ну фэнтези вообще. Я не представлю, как такими суммами можно управлять, для чего такие суммы существуют у одного человека, когда их можно пустить в добрые дела, помочь с зарплатами нашим бедным людям. Ну, то есть, столько денег, ну, просто они ему не нужны, вот и все. Отсюда пусть делают выводы. Зачем им столько миллиардов, там, триллионов, чтобы в Лондоне погулять? Ну, пусть гуляет до поры до времени. Ну, и, конечно, не обижайтесь, а делиться все равно надо. Тогда вас будут помнить и уважать практически всю жизнь, как меценатов, ну, которая помогает людям, их помнят веками. Спасибо.